Ладно, чуть-чуть. На ней можно в любом месте поставить вот этот вот акварельку. Хочешь сюда ее ставь, хочешь сюда. Мне кажется, даже вот на этом месте она лучше, да, Сереж? Вот как сейчас она? Да. Чем она вот здесь в углу? Вот здесь, ну, мне кажется, она лучше. Она туда в длину, ты можешь отходить. Если так чего-то, она, смотри, она вот здесь до длины находится 50, у нас... Если раковина, то 50. А здесь больше это. 50. Больше 50. Вот еще, 55. Вот еще этот профиль. 55. А мы раковину хотим на 60. 60 на 60. Машинка 45. А раковину хотим на 60 на 60. 5 сантиметров. Вот. Че там? Надо раковину брать меньше, на 50. Или, или здесь вот чуть-чуть отодвинуть. Ну, как ты отодвинешь? Ну, как ты отодвинешь? Раковину брать 60 на 50, да. Попросит, да? У нас полторашка или метр семьдесят? Полторашка. Ой, деревяшки пошли. По полторашке не считается. Угу. Стекла отдельные. Запахло. Вот они вот эти вот. Да. А в магазинах они ширина какая? Тоже на 60, да? Это шкафы, да? А, на 60, да. Шкафов не бывает, да. Они же потому что нарезанные, готовые. Большое пускаю. Это они друг, это для, друг для друга, они чем два. Просто ну там объемный угол, да, он, наверное, как-то цепляется на него. Ну, прикольно, смотришь, все классно. Это настоящий кирпич. Это вот оно вот для этого, смотри. Вот оно. Вот. Уголочки. Потому что не его, но...
Да. Хорошо. Забор пока отсутствует, видишь? Тут уголочки отсутствуют. А эти подешевле здесь, нет? Профилята. Нам, наверное, вот здесь неправильно, я, наверное, сняла-то, да? Это узкие какие-то. А нам надо вот такой, наверное, да? Да. Ну, на перегородке-то. В мою комнату, в спальню. Да. Вот такие, наверное, надо, да? Все понял. Он идет 60-ка, да, на 76. И 60-ка на 3 метра, вот еще. 138 рублей. Трехметровый. И это трехметровый. Не поняла. Да-да. А почему разница? Потому что это, видишь, перфорированный весь. А, это перфорированный. А это гладкий. Самый дешевый. Ну, нам, наверное, пойдет самый такой дешевый. Для перегородки, да? Я думаю. Самый дешевый. Вот пятьдесятки уже идут. Пятьдесятки нам маловато будет. Все-таки, да. Все красиво. Какой за 800? Того, что... Самый простой. А тот почем? Знаешь, чем тебя ограничивает? Он тебя ограничивает размером плитки. А этот подлиннее уже. Да, 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 да. Этот подлиннее за 811. А этот уже ближе к профессиональному уже. Потому что, видишь, здесь линейка. У этого вообще конкретно. Полторы тысячи. Ну это кто постоянно режет, типа... Этого, Ромки. Для керамогранита вот эта вот вещь. Вот здесь, а мы с тобой керамогранит чем резали? Обалдеть. Здесь очень уход такой. 5700, обалдеть. Слышишь, как уход? Слышу, да. Ну, вот это вот профессионал кладет, вот рубик. Вот это вообще профессионал. Рубик. Вот. Ну это уже все, это уже для профессионалов, да? Кто постоянно занимается этим. Вручную дырку. Ну что хотел, инструмент хотел посмотреть. Посмотри. А что ты хотел из инструмента? Вручную инструмент хотел посмотреть, электрический. Кончились эти скобки. Надо скобки вставлять. Думаешь? Я думаю, что да. Они очень быстро кончаются. Скобочки. Да, они это, мнут их просто. Они мягкие. Какой туда формат и надо? 53-й?
Нет, он вот отключен, он не работает. Ну, я тебе говорю, там скобок просто нет. Есть там скобок? Есть? Да. Ну, отключи, тут колотит постоянно. Может. Ну, видишь, лежит скобок. Да, они так должны лежать. Да. Мне кажется, они должны вот так вот, да. Нет? Ну, отключили. Вот этот попробуй включить. Мебель перешивать, да, Сереж? Да, он это. А вон он почему не работает? Упор надо. Вот этот упираться должен. Угу. Вот упираешься. Угу. Ну да, это серьезная вещь. Идет уже на квартиру. 4000 почти, 3700. Это дешевский, а это дешевле. Вот, да, для дома вот достаточно. Ничего не отключено еще. Эти вот они уже, смотри, цена какая идет. По 700 рублей, по 400. У них там разные, это метраж. А вот гвозди, смотри. Миллиметр. Угу. Да, такая же вообще клевая. Да, сидим в кафе, чай пьем. Круассан уже слопали. Да? Да.